Всем доброе утро, девчонки, мальчишки. Сегодня я буду готовить диетическую Пасху. Первый раз в своей жизни, так что не судите строго. Я думаю, что у нас все получится, точнее у меня. Я вчера купила все ингредиенты, которые для этого нужно. А нужно совсем чуть-чуть оказалось, не так это все и сложно. Но как я приготовлю, я посмотрю, что из этого, конечно, получится. Вот. Как вчера вы видели из последнего видео, что я купила вот такие две, как они правильно называют, пасочницы или как, песочницы. Вот такие красивые. Значит, это такой, наверное, сиреневый цвет. Приятный, да? Такой зелененький. В общем, весна-весна, девчонки. Весна и Пасха. Ну что, начнем готовить. Надеюсь, что все у меня получится. Ну что, приступим. Что нам нужно для нашей диетической Пасхи? Мы берем 400 грамм творога обезжиренного. Я беру всегда 1,8. Ряженки 200 грамм. 2,5 я взяла. Йогурта 300 грамм. Йогурт у нас идет греческий, натуральный. 100 грамм кураги. Цукаты. 100 грамм я взяла побольше, потому что никаких подсластителей я не буду добавлять, ни меда, ни сахарозаменителя. И 100 грамм каких-нибудь орехов. Кураку я заливаю горячей водой минут на 10, чтобы она стала мягкой и приятной на вкус. Ряженку 200 грамм я вливаю в творог. Добавляю йогурт. Йогурт этот Теос, 2%. И все мы перемешиваем. Творог чуть-чуть сбила блендером, потому что очень были комочки такие большие. Не смогла сама справиться. Вот если у вас будет точно такой же творог, то, конечно, пусть поможет вам блендер. Так, ну что сейчас? Сейчас я сливаю воду с кураги и буду измельчать все в блендере. Беру своего помощника верного. Засыпаю в блендер курагу. Засыпаю нашу смесь орехов. И все будем тщательно перемалывать. Вот такая у нас получилась смесь. Я не сильно перемолола, чтобы у нас были куски. Такие не крупные, не мелкие. Все добавляю в творог. Перемешиваем. У нас еще есть цукаты. Мы добавляем, где-то оставляем 30% цукат на украшения. Чуть-чуть. И снова перемешиваем. Вот такая вот у нас смесь должна получиться. Следующий этап у нас, девчонки, мальчишки, это уложить творожную массу в формочку. Но в чем дело? У меня проблема создалась, потому что у меня марли нет. Я взяла тонкий ситец.
Марли-то есть, просто найти не могу. Вот сейчас мы будем это все хорошо тщательно утрамбовывать в нашу формочку. Нашей смеси отлично хватило на две формы. Вообще прямо идеально. Сейчас мы берем с вами гнет, ставим на нашу пасту. И ставим на 24 часа в холодильник. Завтра узнаем, что же у нас будет. Чудо! 24 часа прошли. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Хотя, видите, моя ошибка была в том, что я взяла формы неразъемные. Как я сейчас буду доставать, неизвестно. Ну, сейчас посмотрю, как это все будет происходить. Ну, первый раз, как говорится, первый блинком. Ничего страшного. Я думаю, что не произойдет. Тут чуть-чуть она надавилась блюдцем. Видите, надо плоскую брать. Переверну. А нет, водичку надо эту слить. Лучше взять досочку. Водичку слить эту. Так, ну что. Сейчас, ух, как она это. Ха-ха-ха. Сейчас будем выковыривать. Ура, я достала. Так, сейчас, секундочку. Сейчас сделаем что-нибудь. Так, мы сейчас будем переворачивать. Тихонечко сниму. Очень интересно получилось. Конечно, у меня первый раз для меня. Это вообще, конечно, хорошо. Сейчас будем пробовать. Так как, видите, сейчас у меня уже перекус. Я как раз и попробую, что же получилось. Так, наверное, второе сюда не войдет, надо вторую тарелочку. В принципе, достается хорошо. Так, опа. Опа. У меня для украшения есть цукаты остались. И мне маечка тогда присылала вот такую присыпку. Вот. Мы с вами посыпку. Мы с вами ее сейчас и посыпем. Украсим и посыпем. Вот какое произведение искусства у нас в Дуняшке получилось. Одна бы я не справилась. Я позвала дочку на помощь. И мы с ней приготовили вот такое украшение. Украсили. Это вот Дуняшка украшала. Это ее произведение искусства. Это мое. Всех поздравляю с чистым четвергом. Счастья, любви, благополучия вашим семьям, здоровья самое главное, чтобы вы были счастливы, любимы. Вот такая диетическая Пасха получилась у меня. В первый раз в жизни. Какая я молодец. Себя не похвалишь, никто не похвалит. В общем, я рада, что у меня получилось. Сейчас мы попробуем ее. Что же из этого вышло? Очень интересно. Сейчас я разрежу и посмотрим, что же получилось. Опа, не такой еще и твердый. Ну, как бы я не знаю, конечно, как он правильно должен быть. Вот такая она в разрезе. Курага, орешки. Все, часть по части. Сейчас будут угощаться Дуняша и супруг Иван. Приятного всем аппетита.